Приветствую вас, друзья, и в сегодняшнем видео хочу вам показать рецепт самого простого яблочного, яблочно-овсяного пирога. Самое сложное в этом пироге – это почистить и натереть яблоки. Ну и для пирога понадобится сахар, мука, натертые яблоки, чуть лимонным соком сбрызнутые, овсянка, корица, как яблоко без корицы, масло сливочное, холодное, не из морозилки, но холодное, чтобы можно было натереть. И еще немного сахара, это понадобится в самом конце. Ну и для начала смешаем все сухие продукты, что есть. То есть это мука, овсянка, сахар. Так, и корица. Сухую часть подготовили, яблоки готовы, и все, сейчас будем собирать пирог. И готовить я буду в таком кольце, затянут просто пленка, это у меня 24 сантиметра, и духовка уже на 180 градусов разогрета. Для начала дно натерем на крупной терке немного масла, где-то чуть меньше половины. Как-то вот так распределили, она, конечно, у меня маленько подтаявшая, нужно, чтобы получше было замерзшее в холодильнике, поэтому как-то более-менее распределить. Теперь тут сухую смесь надо разделить на три части. Ну и начинаем сперва тонким слоем сухую часть. Потом идет слой яблок. Яблоки тоже нужно будет также разделить на три слоя. Так до последнего. Сейчас буду распределять. И после того, как все слои распределили, я еще сначала сказал, что сухую смесь на 3, сухую на 4, маленько ошибся. Натираем сверху обильно маслом. Это я просто другое масло взял холодное, потому что тот как-то теплое, и его невозможно будет распределить. Но количество масла полное я под видео оставлю, сколько граммов нужно будет. Теперь нужно будет вот этот весь слой хорошо натереть. Но если там от общего количества меньше половины, то остаток полностью это остается на то, чтобы сверху натереть. Все, масло натерли. И теперь самое последнее, что остается, это сверху просто посыпать все сахарным песком. Это так, чтобы потом на так небольшую корочку покроется карамельная. Что остается, это последнее. Посыпать. Теперь отправляем в духовку на 180 градусов примерно 35-40 минут. Уже буду смотреть по готовности. Все, пирог мой готов. Он выпекался
получается 45 минут. И сейчас дам полностью остыть в этой форме. И потом вот эта часть, то есть вот это будет дном, то есть перевернется, и вот это будет основанием пирога. Ну, потом как все остынет, уже покажу и сам разрез, как он получается внутри. И вот такой вот в итоге получился пирог. Маленько сахарной пудрой посыпал. То есть вот он маленько подрумянился по бокам. И сейчас посмотрим, какой внутри. Аромат корицы. В общем, пробуйте. Как и говорил, то есть там, тут практически никаких усилий, ничего не надо. Максимум, что нужно приложить усилия, это просто натереть яблоки и все. Вот. Что я хотел сегодня